Итак, приступаем к 15 ряду. Одна воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. Далее 2 воздушные петли, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 4 столбиков. Одна воздушная петля, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 4 столбиков. То есть в этом ряду мы прибавки не делаем, просто повторяем все количество столбиков, что у нас было в предыдущем ряду. И воздушные петли у нас остаются такие же. Одна воздушная петля вот в этом месте, который мы уже провязали, здесь. И здесь 2 воздушные петли, рельефный лицевой столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Ряд простой. Просто повторяем все столбики. Все то же самое. Вяжем так ряд до конца. 16 ряд. Одна воздушная петля подъема. Вокруг первого столбика вяжем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Первый накид и второй вокруг этого же столбика. Далее 2 воздушные петли. Вокруг следующих 2 столбиков выполняем убавку, то есть мы здесь по краям будем делать убавки. Незавершенный рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего и следующего столбика. У нас 3 петли на крючке, теперь их все вместе провязываем. Далее рельефный лицевой вокруг каждого из следующих 2 столбиков. Одна воздушная петля и в зеркальном отображении рельефный лицевой вокруг каждого из следующих 2. Первый и второй. Далее убавка вокруг следующих 2 столбиков. По одному вокруг каждого из следующих 2 незавершенные. 3 петли на крючке, провязываем вместе. Далее 2 воздушные петли. И вокруг следующего столбика выполняем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. То есть здесь у нас уже раппорт повторяется. 2 воздушные петли, убавка, затем 2 столбика, одна воздушная петля, опять 2 столбика. И убавка. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 16 ряд до конца, выполнил последние 2 воздушные петли и соединился в вершину первого столбика. Приступаем к 17 ряду. Одна воздушная петля подъема. Выполняем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого первого столбика. Теперь 2 рельефных лицевых вокруг следующего столбика. То есть у нас в этом месте было 2 столбика, теперь 4. Вокруг каждого мы делаем прибавку. Вот 4 столбика. Далее 2 воздушные петли. И делаем опять убавку. Вокруг следующей убавки. И вокруг следующего столбика. 3 петли провязываем вместе. Далее у нас идет просто столбик рельефный лицевой с одним накидом, одна воздушная петля и в зеркальном отображении вокруг следующего столбика вяжем рельефный лицевой столбик 1
И затем у нас идет убавка вокруг столбика и вокруг следующей убавки. Далее 2 воздушные петли, и у нас идет 2 прибавки. Вокруг следующего столбика вяжем 2 столбика. И вокруг следующего вяжем 2 столбика. Все, здесь уже раппорт повторяется. 2 воздушные петли. Вяжем убавка, 1 столбик. И с этой стороны у нас 1 столбик, убавка. И 1 воздушная петля. В этих местах по 2 воздушные петли. И вокруг здесь каждого столбика по 2 столбика. То есть теперь 4. Вяжем так ряд до конца. 18 ряд. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. И рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг второго столбика. Провязали 2 столбика. Теперь 2 воздушные петли. И вяжем рельефный лицевой вокруг каждого из следующих двух. То есть провязали 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Далее 2 воздушные петли, убавка вокруг следующей убавки и вокруг следующего столбика. 1 воздушная петля, убавка вокруг следующего столбика и вокруг следующей убавки. 3 петли провязываем вместе. 2 воздушные. У нас уже здесь раппорт повторяется, то есть вяжем рельефный лицевой, то есть 2 столбика, 2 воздушные и опять 2 столбика. Опять 2 воздушные. Идет убавка, воздушная петля, убавка. Все, таким образом вяжем ряд до конца. 19 ряд. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. И рельефный лицевой вокруг второго столбика. 2 воздушные петли. В арку 2 воздушных петель, которая у нас была между этими группами, вяжем 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, 4. Опять 2 воздушные петли, рельефный лицевой вокруг каждого из следующих двух. Затем 2 воздушные и выполняем убавку вокруг следующих двух убавок. То есть вокруг каждой провязали по 1 рельефному лицевому незавершенные. 3 петли на крючке. Теперь провязываем вместе. Вот наш раппорт. Теперь 2 воздушные петли. Опять рельефный лицевой вокруг каждого из следующих двух столбиков. Воздушные петли, сразу в арку вяжем 4 столбика с одним накидом, две воздушные и рельефный лицевой вокруг каждого из следующих двух. Две воздушные, убавка, 2 воздушные. Все. Таким образом вяжем ряд до конца. 20 ряд. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика и вокруг второго. То есть по 1 столбику. Вот так. Далее 2 воздушные петли. И здесь вот у нас 4 столбика, вокруг каждого провязываем по 2 столбика.
вокруг следующего вяжем 2. Вокруг следующего. И так вокруг каждого из 4 столбиков провязываем по 2 столбика. Далее у нас идет 2 воздушные, то есть вот как получается 2 воздушные петли, и далее рельеф на лицевой вокруг каждого из следующих 2 столбиков: первый, второй. Далее 2 воздушные петли и выполняем рельеф на лицевой столбик с одним накидом вокруг убавки. То есть вот наш раппорт. Далее у нас опять 2 воздушные петли, и раппорт повторяется. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 2 столбиков. 2 воздушные петли, и здесь вяжем по 2 столбика вокруг каждого столбика. Затем 2 воздушные и 2 рельефных лицевых. 2 воздушные и рельефный лицевой вокруг убавки. Таким образом вяжем ряд до конца. 21 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из первых 2 столбиков. Вокруг первого рельефный лицевой и вокруг следующего рельефный лицевой с одним накидом. Далее 2 воздушные петли. Здесь провязываем по 1 рельефному лицевому столбику вокруг каждого из этих 8 столбиков. Просто по столбику. Вот я провязал 8 столбиков. Далее у нас 2 воздушные петли. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 2 столбиков. Первый столбик и второй. Здесь сразу, без всяких воздушных петель, выполняем рельефный лицевой вокруг следующего столбика. Все, вот наш раппорт. Далее сразу опять. Уже раппорт повторяется, рельефный лицевой вокруг каждого из следующих 2 столбиков, 2 воздушные петли, и здесь просто 8 столбиков, 2 воздушные петли, 2, 1, 2. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 21 ряд до конца, выполнил последний рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг вот здесь столбика в центре. И теперь соединительной петлей с первым столбиком соединяемся. Теперь приступаем к 22 ряду. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из первых 2 столбиков, то есть вокруг первого и вокруг второго. 2 столбика провязали. Далее 2 воздушные петли. Теперь все вот эти 8 столбиков разделяем по парам. То есть вяжем 2 столбика. Первый столбик, второй столбик вокруг следующего. То есть по столбику вокруг каждого из следующих 2 столбиков. Теперь 1 воздушная и следующие 2 столбика. То есть разделяем 8 столбиков на 4 группы по 2 столбика. Разделяем их 1 воздушной петлей. Воздушная и оставшиеся 2 столбика. Вот, то есть я провязал первые 2 столбика, 2 воздушные петли. 1, 2, 3, 4 группы по 2 столбика и между ними по 1 воздушной.
Теперь опять 2 воздушные петли. Раз, два. И здесь, вот сейчас показываю, как вяжем. Вяжем крайние столбики по столбику. А вот эти 2 столбика мы делаем убавку, соединяем. Вот этот столбик, который в центре, мы его пропускаем. То есть накид на крючок. Вокруг следующего столбика вяжем столбик. Один. Теперь накид, делаем убавку. Вокруг следующего столбика вяжем незавершенный накид. Пропускаем вот этот в центре, который, и вокруг следующего выполняем рельеф на лицевой незавершенный. 3 петли провязываем вместе. Накид и вокруг следующего также рельеф на лицевой. То есть вот так должно получаться. Далее опять 2 воздушные. И раппорт повторяется. Здесь вяжем по парам. 2 столбика, 1 воздушная. 2 столбика, раз. 2 воздушные. Ну, в принципе, я думаю, тут все понятно. Единственный вот здесь момент. Вот так убавка. И по краям по столбику. Все, таким образом вяжем ряд до конца.